Сейчас это выглядит немного, что я ошиблась с выбором одежды на сегодня. Я в платье и джинсовку надела. Обещали 17 и солнышко, но сейчас 12. И как бы прохладно. Видите, это такой дом, турнут. Его можно поворачивать к солнцу. То есть, если вы хотите поменять дверь, она будет у вас справа, слева, в сад. Все это возможно. С этим домом он двигается на колесиках. Какая-то система такая хитрая. Мы приехали на завод СПА, там, где разливают воду. Этот город называется СПА в Бельгии. Вот сам завод. Сейчас пойдем внутрь. Бутылочки, бутылочки. Вот. Смотрите, вот в этих штуках, это бутылки, они нагреваются, потом наливается вода, и они остывают на производстве. Вот эти шарики, это пластик, он на 50% рециклял. Слушайте. В общем, это такой коридор, здесь всякие разные интересные надписи на стенах. И вот здесь я могу вам сказать, смотрите, утилизация на одну персону, Люде Робине, это вода из-под крана, в Бельгии 110 литров, в Нидерландах 120. И, как сказала женщина в начале пути, это единственный завод СПА в мире, и они отсюда его экспортируют в другие страны, получается. Вот здесь всякие такие разные интересные объяснения на стенах. Есть откуда появляется, но... Но добыча воды производится не прямо в этом месте, а чуть-чуть подальше, в нескольких километрах. А это первые бутылки, которые мы здесь выпускались, потом шли вот такие бутылки. Разные годы менялись этикетки, всегда оставалось название СПА, форма менялась. Вот большие варианты. Мы сейчас можем взять здесь бутылочку, там бутылочку. Смотрим всякие тапочки, обувь. Модные нынче шлепки. Такой отличный магазин, или тут примерочный, вот такой вот диванчик. Примерочная, всякие марки. Отличная примерочная. Вот я. Смотрите, что я делаю. Такой тренажер. Массажер. Больно. Достаточно. Ну, классно, в магазине всякие штуки для дома. В Люксембурге такого нет. Тут, чтобы болеть за Бельгию, у них есть такая помадка. Можно купить и сразу разукрасить себе лицо. Вот мы приехали в такое вот место. Там сейчас будем ужинать. Несочек. Смотрите, какая стена нападает. C'est super. Вот и ванна. Клевая. Сейчас мы пойдем уже на ужин. Наконец-то.
на карту на середину. C'est le vent, ouais. C'est le vent. Voilà, ce sera la chaud pour la tarte. Donc. Mm-hmm. Merci. Oui, je vais filmer, vous pouvez le dire. Ok. Моя рыба пришла. Пришла моя рыба. Странным способом. Я хотела пройти тарелку, потом положили и было интересно. Оп. Это мясо. А там вот креветки. Да. Красиво выглядит. Мы пришли на завтрак. Сейчас посмотрим, что здесь дают. Круассанчики. Voilà. Tu l'as Ah, mais t'as mis moins fort. Oh, ouais, c'est moins fort. C'est moins fort. C'est à deux maintenant. T'as vu son pied? Il dit comme il bouge en tous les sens. J'ai pas vu. Non. Allez. Mais attends, elle est en train de souffrir là. Regarde, elle va. Oh, il va plus. Tu vois son pied qui. Bah oui. Вот мы отдыхаем. Там есть сауна и хамам. Сейчас я выйду в лодку, покажу вам, как там нравится. Как бы я хочу полежать на террасе, но этот мужчина на своей газонокосилке совсем не привлекает меня лежанием на террасе. Как вы думаете, скоро ли он уйдет? Ну так, не жарко, но если лечь, будет нормально. Вот смотрите, там маленький. Наш обед в спа выглядит примерно так. И мой враг справа. Вот с таким вот видом на дороге. Мы закончили. И теперь уезжаем.